Обалденнейший торт. Опять оформление белковое. А сам торт покрыт крем-чиз внутри. Творожный. Буду в видео тогда говорить состав. Может, кому пригодится. Надпись в виде топеров. Так наукрашала, что надпись положить некуда. Вот так придумала. Но я думаю, заказчики будут довольны. Мне нравится, что получилось. Топер на этом фоне не видно. Вот такой вот топер еще тут с юбилеем.